Ильдар был прав, это все цирк, только тогда это был цирк для того, чтобы Ильдара осудить, а сегодня это просто спектакль для того, чтобы показать, какой в России справедливый суд. В России суд делает так, как ему говорят сверху. В этот раз ему сказали сверху освободить, а все в предыдущие разы говорили, сверху не надо освобождать. Если вот это вот, на чем основывается это решение суда? На том, что не было документов для того, чтобы возбудить дело против Ильдара, потому что постановление об административных нарушениях не вступили в силу на момент возбуждения уголовного дела.